Прикинь, у нас растопырка. Двигайся, Заринка. Делай растопырку. Конфетка какая-то. Пахнет вкусно что-то. Да, пахнет клубникой. Ма. Семечки какие-то. Еще одна конфетка какая-то. Тебя не видно. Мама села на все это. Дальше. Вторая конфетка. Она пахнет шоколадом. Это клубникой пахнет. Это тостом. Шоколадки. Штуки. Шоколадки. Николай! Чупа-чупс. У меня котлеты горят. Какие-то новый вкус. Такая. Это Николай купил капусту, сказал, на, говорит, будешь жрать на камеру и худеть. Еще какая-то. Семечки. Так ты сказал? Да, капуста. Мороженки. Покажи, какие мороженки. Я давала на надо, на чем давала, а купили целый пакет. Какая мороженка. Классная. Классная мороженка. Дашь попробовать? Да. Дай, сейчас попробую. Это твоя будет мороженка, ладно? Я попробую чуть-чуть. Потому что это такое, такая классная мороженка, что я никогда такую мороженку не пробовала. Сейчас сожру половину. Николай меня спалил. Кушай на здоровье. Давай, я подержу, а ты быстренько растопырку сделаешь. Мне котлеты надо доедать там. Чупа-чупсы, печеньки, я, мои любимые, я люблю такие печеньки. Вот. Это дядя Коля купил. Да, скажи дядя. Дяде Коле спасибо. Спасибо, дядя Коля. Конфетки. И что, конфетки? А что? Конфетка какая-то треугольненькая. Да, там тоже была сладенькая что-то. А я в тот магазин ходила, я такие не нашла, там не было ничего. Мы с ним мармеладок набрали, а? Вот ну так. Мармеладки, большая пачка. Кому показываешь? Там не было видно. Еще такая. Чупа-чупс. Там покрылась уже, наверное. Да. Еще чупа-чупс. Конфетка. И шоколадка. Ну, как белая. И шоколадка. И шоколадки. Спасибо, Зарина, за большое тебе за распаковку. На, держи, Максуду, откройте тоже, чтобы он сам парень не мучился. А я сяду жрать. Вики, спасибо, Зарина, за растопырку. Спасибо. Спасибо. Это вчерашняя рыба. Хек, что ли, да? Ужин. У Иринки. С Ириной. Уже не кислит что-то она. Уже нормальная. Вот, мне сказали, как с аппетитом. А то все говорят, что я при Николае жрать стесняюсь. Нет, вчера вместе срать ходили. Кому интересно, Николай не женат. Вам пишут там хейтеры. Вы вступаете с ними в диалог. Никто там не женатый. Никто никому за это деньги не платит. Квартира это не его, это квартира съемная. Успокойтесь вы уже. А кто как у
тебя там Желуда, говорят, зовут? Я не помню. Валерия. Что какая-то Валерия жена у него? У него нет жены. Я вот своих подписчиков прошу, не вставайте в перепалку с моими хейтерами. Пускай что угодно говорят. И пишут. А то жена, говорит, вместе с ним сюда приходит. Она с Николаем куда-то гулять уходит. Жена сидит с детьми. Такую чушь полнейшую. Не вставайте в перепалку с ними. Не удовлетворяйте им внимание. И я не буду. Тоже уделять им внимание. Угу. Вот эти, правда, какие-то новенькие, да? Кто пробовал? Такие штучки. Сейчас открою, просто вам показать. Угу. Мама, эта музыка офигенная. Офигенно, вот это тоже, как видите? Вафелька внутри, шоколад сверху, какие-то он эти. Вот, да ты это скушай, зарежь, и вот это потом скушай, я просто показала, ладно? Угу. Угу. Вот эту покушай, а потом будешь другую кушать. Рыба всем понравилась. Два раза жарили. Два раза. Сейчас уже надоело, мне надоело. Рыба с кореновиной тоже вкусно. Очень. Чё? Это батончик, наверное, какой-то. Да, батончик мюсли клубничный. На улице дождь пошел. Гремел гром, вообще пипец. Пойду штаны сейчас подшивать. Так и не подшила. Завтра мне на этот надо идти. Сегодня. Завтра тоже. По погоде не знаю, что надеть. Строгое надеть. Жарко. И душно потеть. Легкое надеть, но оно не строгое. А надо строгое. Желательно. А что, по лицу пойду? Что выпендриваться-то, да ведь? Лишь бы комфортно было. Комфортно было. Я не знаю, что за звуком. Девушка пишет в комментариях, что иду, говорит, на улице, громкость на всей связи, и даже все равно не слышно. Я не знаю. Не знаю почему. Качество можно сами настроить. Три точки сверху. Заходите, качество будет лучше. Вот. Мармеладка голова заболела. Заринка, смотри, это что? Зарин! Смотри, я же думала, это просто крышечка, а это рыбка динозавр. Нет, это башка динозавр. Она вот так вот, потом так вот. Так вот. Смотри, это как. Так? Так. Ну-ка, намагнит на холодильник, будет нет магнититься. Это махнутик похоже. Не держится? Значит, а там номерок какой-то сзади. Давай посмотрим, что-то я не знаю. Код какой-то. Может, ее оторвать надо и приклеиться. Хреновина упала. Извини за Люшу.
Всем добра, желаю счастья и здоровья от Ринки. Будьте добрее, наконец-то уже.